мере. В данном случае модель покрыта флоком, намока не блестит. А предыдущая серия отличается, во-первых, тем, что головы не съемные, голова цельная. Меньше размер самого гуся, ну, на мой взгляд, больше похож на настоящего. Немножко другой дизайн, лучше прорисованное оперение. Вот крылья выделены, видно, что они такие рельефные крылышки. Как прижаты, да. Да, как прижаты. У предыдущей серии более гладко было, тут рельефное такое оперение, хорошая прорисовка. Другие ножки. Ножки подвешены на двух резинах, резинках, голень выраженная и другой внутренний стакан. В предыдущей модели стакан был жесткий, а здесь стакан мягкий. И при упаковке в транспортное положение сам вот этот стаканчик, на котором гусь стоит на ноге, этот стаканчик сминается вот так, лапка засовывается и стакан держит ножки в транспортном положении, они сами не отстреливаются. Подвеска осталась у них прежняя. На металлической основе, да? И металлическая с круглой подставкой для мороженой земли, если грязь. Ну да. И пластиковый колышек из углепластика. Углепластик, да. Там, где можно втыкать, он будет держать. За счет подвески груз шевелится на ветру. Шпора ограничивает его перемещение, чтобы не крутился, как пропеллер под сильным ветром. И точно так же, как в предыдущей модели, если сильный ветер, есть жесткая фиксация. Жесткая, да? Фиксация, вот там дырочка. Он жестко фиксируется, и в этом отлично. Калмыцкий ветер в прошлом году, ураган выдержали. Вот это просто, да. За счет жесткой, да. Не летает. Ножки. Но даже на жесткой подвеске он все равно имеет определенную степень свободы. Ну да, ну не такой радиус большой у него. Да, поменьше радиус. На сегодняшний момент, вот, из того, что есть на рынке, самая рабочая модель гусей именно вот то, что я держу в руках. Все остальные модели тоже работают, но эти лучше. А идут с сумкой также, да? Нет. Или сумка отдельно докупается? В комплект сумки уже не входит, да? Не входит. 3 года назад мы привезли первый раз эти гусей. То же самое. Была в комплектации сумка на 6 вещей, когда эти гуси засовывали. После этого перестали выпускать комплектацию сумками, отдельно гуси, отдельно сумки. Понятно. Ну, стандартную сумку гусь влазит вместе с головой, поэтому даже предыдущую модель, более крупная, то же самое. Голову поставили, больше их не снимали, чтобы не терялись. А перевозили... А, вот, кстати, да, видите, несъемная голова же. Точно. Да, это съемная голова. Мы сами охотимся с этими гусями. А я их тоже не снимаю, у меня же тоже есть. Да, больше их не снимали. Вообще, абсолютно. Это... Ну, по-моему... И форма изящнее стала, более такая. Этот гусь мне нравится больше, тем, что он как-то... Ну, насчет этих полосок работать будет 100%. И даже не стоит об этом думать. Ну, рыбы. Значит, завтра сделают другие. Визуально, по-моему, должно работать нормально. Да будет работать, конечно, отлично. Главное, маскировка, еще и манить научиться, да? Безусловно. Маскировка – это номер один. Малейшее шевеление на 2 километра, ну, да. Гусь отлично видит. Но а манок, вот манок тоже, да? Достигается тренировкой. Мастерство достигается тренировкой.